Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Страница 74, упражнение номер 1. Начерти такие фигуры в тетради. Раздели фигуру 1 на 3 равные части так, чтобы линии деления шли по сторонам клеток. Раздели фигуру 2 на 4 такие же части, как в предыдущем задании. Линии деления также должны идти по сторонам клеток. Итак, у нас две фигуры. Вот первая фигура. Ее мы должны разделить на 3 равные части. И при этом, чтобы линии деления шли по сторонам клеток. Это можно сделать так. Вот у нас получилось 3 одинаковых фигуры. Теперь мы должны разделить фигуру под номером 2 на 4 такие же части, как в предыдущем задании. И линии деления должны идти также по сторонам клеток. Разделим следующим образом. И вот у нас получилось 4 фигуры, как в предыдущем задании. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.